Три теракта предотвратили в Казахстане в этом году. Как сообщили представители Комитета нацбезопасности, террористические акты готовились в Алматы и Карагандинской области. Неудавшиеся боевики получили от 6 до 18 лет лишения свободы. Всего с начала года за преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, осудили 140 человек, нейтрализованы 7 радикальных групп. Часть их организаторов-исполнителей попала под влияние своих связей числа боевиков международных террористических организаций, другая самостоятельно радикализовалась на основе ознакомления с материалами террористического экстремистского характера в интернете. При обысках у задержанных изъято огнестрельное и травматическое оружие, компоненты взрывных устройств. Ими планировались атаки на здания правоохранительных органов и крупные торговые центры, культовые сооружения, финансовые учреждения, а также ими предполагалось похищение заложников. Вместе с тем в КНБ рассказали, что за рубежом сейчас находятся 45 казахстанских боевиков, 65 их жен и детей. Ведомство продолжит вести работу по их возвращению на родину, привлечению к наказанию и дерадикализации невиновных людей. Продолжится и операции по возвращению казахстанцев из Сирии. Есть вероятность проведения ЖУСАН-4. В свою очередь, Казахстан депортировал более 30 иностранцев, находившихся в международном розыске по обвинению в террористической деятельности.